Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава первая. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас, Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». И роптали в шатрах ваших и говорили:
Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки аммореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. Я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас амморей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были».